Два года ждал, нахуй. Два года, блядь, пацаны. Оу, май. Пацаны. Историческая хуйня. Лайк въебите, пожалуйста. Пацаны, историческая хуетень. Fortnite 2. Глава 1. Ну или наоборот. Fortnite глава 2. Бля, опять дырка, нас опять наебали. Данные получены, переадресация. Блядь. Знаете, аж в жопе свербит. Возможно, это глисты, конечно. Так, давайте сделаем вид, что первый раз это смотрим. О! Бля, как в первый раз, серьезно. Здесь огромные просто возвышенности. Я не знаю, им нужно очень много мувмента. Будем рыбачить. Вот это мой улов. Зловещая мелодия. Опа! Ча! Ебать, я полетел, пацаны! Сразу в игру, лол. Все бинды слетели. Пацаны, нас наебали. Удочка. Ну чё, гопа рыбачим, ебать. Бля, что за графон? Я патроны выловил? Ебать, дерево поймал! Пистолет, пацаны! Да поебать я нахуй, я Ликс. Понимаю. А мне что-нибудь нахуй нормальное выловится, алло? Поплавать, пацаны? Хорошо, блядь, хорошо. Довольны? О, ебать, там тачка. Там, по-моему, тачка, пацаны. Бля, она рабочая? Я дробовик вижу. Или что-то такое. Суки! Наебано. Это обычная помпа, пацаны. Помпа начала дропаться с этого. Помпа начала с дробовика. Ой, дробовика. Ох ты ж, блядь. У меня ускорения нет. Бля, турбонаду. Да, чё такой графон пизданутый?
А мне вообще до пизды, блядь! Давайте мне деньги. Блядь, я же Толкина начал с ног. Это чья же ему... Он по ебаному берегу плавает. Хуя рыбкой! Рыбкой выплыл! Да, в принципе, нам вообще похуй! В принципе, вообще до пизды, да? Ох ты ж, блин! Так, давайте. Как посмотреть-то его? А, вот. Поехали. Так. Это на ее стиле. Достойно. Так. Ну, такой себе. Кодзима гений. Так, поехали, пацаны. Обзор боевого попуска. Там все поковыряюсь. Так, поехали. Прикольно. Топ-тек, топ-кек. Ну, это не надо. А что с графоном? Почему он такой охуевший? Это у меня все на эпиках стоит, что ли, или как? Что? Ладно, потом посмотрю. Стал бомжом. Спасибо. Удачного стрима. Спасибо, я пока отключу донаты, пацаны. Отвратительно! Я не знаю, кто это юзает. О, это парные эмоции добавили. Казалось бы, 10 сезонов прошло. Неплохо. Ну, музыку, я, допустим, музыку не слушаю. Опа, пузырек с 20 левел. Ну, я не знаю, мне он не очень нравится. Но вообще, типа, он большой, видите, типа, у него спина очень широкая. То есть... Давай, виляй. Нормально. Так. Кто пчелок уважает? Кто к ней не пристает? О, это под стиль получается, вот под вот этого персонажа. Топорики. Топорики такое. Это круто, мне нравится. Это тоже под стиль. Ебать, музяка. О, вот это клево. Вот это клево. Я люблю такие. Такие полетки, которые ничего почти не добавляют, но при этом, ну, типа, видно, что круто. В стиле. Не люблю большие глайдеры. Но сделано круто. Типа, сделано круто. Они хотя бы теперь не выглядят такими, знаете, всратыми, как они вот любят делать. Вот, как вот катер, допустим. Не понимаю такого. Вот охуенно. Охуенно. Круто. Лол. Бля, это... Оно изменяется по ходу игры? Если оно изменяется, это очень круто. Очень крутая кирка. Опа. Так. Ну, слушайте, у нее такая, знаете, это... Плоскенькая. А вот это уже как бы это внушительно. Неплохо. Так, БПшечка. БПшечка, ну такое. Эй, что ж, музяка качает. Музыку я не очень люблю. Прикольно. О, вот этот коготь вообще нормальный.
Так, вот баксы. Или какие-то магические шары. Это что такое? Дельтаплан. Ну, не знаю. Не знаю. Мне не очень нравится. Шарики вылетают. Понял. Бильярдные шары. Так, хорошо. Это я. Я так же делаю. Вот-вот. Вот. Вплоть до тряски коленями. А он может его закрутить нормально? Я думал, сможет. Бля, клёво. Клёво. Я 60-й как минимум апну. Я, скорее всего, ну, я типа я за донат 60-й точно апну. Типа, очень крутой скин. Блядь, смотрите, он очень круто выглядит. Типа, он тонкий. То есть, это несмотря на то, что это мужской скин, он тонкий. Понимаете? Это круто. Уродская. Не люблю такие штуки на спину. Типа, лучше бегать вообще без спины, чем вот такие штуки надевать. Ну, не знаю, подсетик, мне кажется, лучше просто черную надеть. Ты все равно не будешь этого видеть особо. Дуплеты. Ну, я не очень люблю двойные. Та кирка намного круче. Ой-ой-ой-ой, это вот-вот-вот-вот, вы представьте. Вот. Попробуйте лицом приблизиться к экрану вот так вот сейчас и посмотреть на это. Вы это будете видеть, когда будете вылетать. Нет, такое я никогда не надену. Оно круто выглядит. Знаете, как огонь во втором, по-моему, сезоне, когда только добавили вот эти полетки, там добавили огонь, все-таки, вау, круто. Я один раз его надел и снял. Я больше не надевал такие штуки. Потому что это невозможно. Ты типа, ты лендишься, как этот. Прикольно. Ты лендишься и слепнешь. Прикольно. Это еще и бесплатно, кстати. О, смотрите, они бесплатный боевой пропуск до сотого сделали. Так, стальная бабочка. Ну не знаю. Зависит от того, насколько громко это будет. Круто, люблю такие штуки. Просто, со вкусом. Кто пчелку уважает, как говорится. Блядь, эстрад. Ой-ой-ой, ну вы серьезно, блядь. Это скин за 80-й левел? А, ну хотя вот эта тянка еще ничего. Ну, вот это уродство. Это еще ничего, но опять же у нее спина голая. Вообще не это, безвкусно. Я не знаю, чуваки, ну серьезно. Типа, если бы у нее была спина вот в таком же стиле, это было бы круче. Понимаете? То есть, вот, если бы она просто была черной вот в этой, вот в этом месте, эта спина выглядит очень странно, очень срато. Но, типа, а так сама по себе тянка прикольная. Двуручки я не очень люблю, как я уже говорил. Так. Такие абстрактные эти лот-скрины. Мне нравится. Ну, не знаю. И прикольно. Кто это рисует? Под какими наркотиками? Слушайте, они походу научились делать дельтапланы, которые не закрывают весь экран. То есть, вот смотрите, он не будет закрывать экран. Вы будете лететь, и вы будете видеть то куда лендитесь. Не очень, но он очень сильно выпирает. Это очень сратая штука, очень сильно выпирает. Такие хреновины на спину тяжко носить. Ну, типа они мешать будут. Не очень люблю. Ну, кстати говоря, нихера он тут. Секира пустоты, вот это прикольно выглядит. Ужас.
Не, ну слушайте, вот это круто. Он круто выглядит. И он не огромный. Я, наверное, куплю. Пацаны, я, скорее всего, куплю сотый левел. И у него, смотрите, у него глайдер. У него глайдер, типа, он тоненький. Он тоненький и не закрывает экран. Слушайте, это очень круто. Так, что у нас тут? У меня остались испытания только предела. Блин, что так громко? Да, давайте посмотрим, как выглядит Казахстан на минималках. Все, вырубил наконец-то. Фух. Так, команда закрыта. Так. Так, ты что тут делаешь, блять, все это время, а? Я нахуй выпрыгну. Таблица медалей. А типа за медальки я могу вот эту штуку получить. Так, пацаны, в общем, я вам только что обозрел топ-тег. Уфу, блядь. Я вам только что обозрел БП. БП клевый. Есть очень много годных скинов, поэтому, скорее всего, я куплю сотый левел, потому что скин за сотый левел крутой. Скин бильярдный крутой. Дельтики крутые, тоненькие. Вы больше не долбоеб, который пытается представить, где находятся враги. А вы знаете, где он находится? Блять, как это охуенно! Я слышу, где он находится! Как же это охуенно! Блять, вы чел, чуваки, вы. Вот если вы не играете столько, сколько играю я, и вы не горели столько, блядь, со звука, сколько горел с них я, вам, наверное, сложно будет это понять, но, блядь, это просто не... Ты, тебе как будто, блядь, в голову, в натуре уши обратно присобачили. Вот ты, блядь, 2 года играл, блядь, без ушей, и сейчас такой хуяк! А оказывается, там можно узнавать, где враг находится. Типа, я по звуку в прыжке определил, где он находится. No, this punk, motherfuckers don't know. They're running around.